Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. И в наше непростое время очень важно помнить и уважать свою историю. В Одинцовском доме культуры «Солнечный» прошел концерт, посвященный дню рождения автора всеми любимых песен Александры Пахмутовой. В честь 93-летия композитора духовой оркестр «Подмосковные вечера» подготовил программу «Песни о тревожной молодости». И меня очень порадовало, что среди зрителей много было тех людей, которые прожили эту тревожную молодость. Тревожная молодость, конечно, в песнях Пахмутовой и Добронравова – это вершина песенного творчества нашего государства. Поэтому они и получили заслуженные большие награды и признания среди людей и всего народа. Духовой оркестр «Подмосковные вечера» под управлением заслуженного работника культуры Московской области Шамиля Насырова существует в Одинцове уже почти 35 лет. За эти годы коллектив из 21 музыканта и 4 вокалистов стал визитной карточкой культурной жизни нашего города. Прекрасные композиции получили новую аранжировку и вновь ворвались в сердца слушателей. Шамиль Ехьевич, он очень чувствует вокалиста. Он чувствует, вот какую тональность нужно. А главное, он понял мою суть, мою, как говорится, душу и мой посыл. И он мне как раз дает песни патриотического плана, которые нужно исполнять сильным голосом и сильной, яркой, энергичной подачей. На одной сцене с опытными артистами в этот вечер выступали и юные вокалисты. Без опыта работы под аккомпанемент духового оркестра они исполнили всеми любимые хиты «Трус не играет в хоккей» и «Беловежская пуща». Зрители поддержали молодых исполнителей и аплодисментами наградили за старания. Звенит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку посильней удар. Но все в порядке, если только на площадке. В зале царила теплая, уютная атмосфера. Одни подпевали знакомые песни, другие погрузились в собственные воспоминания. В песнях Александры Пахмутовой прослеживается эпоха событий, становление великой страны и личные переживания каждого за общее дело. Вот это ощущение человечности, вот вся ее музыка, она вроде бы и лиричная, но она и патриотичная. Потому что Добронравов писал замечательные стихи, а она прекрасные песни писала. Очень уютный, красивый зал, все удобно, все шикарно. Артисты просто, они не только профессионалы в своем деле, в плане искусства пения, скажем так. Еще я бы сказала, что у них просто горит душа, потому что даже по возрасту, да, они дети СССР, как и мы все, которые здесь собрались. Вечная классика в исполнении участников коллектива – посыл подрастающему поколению. По песням Александры Пахмутовой нынешнее поколение и будущее поколение будет изучать историю России и советского государства. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».